Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Как вы думаете, зачем инопланетным расам наша планета? Есть три варианта. Наша Земля, наши ресурсы и третье – это мы. Мы, дорогие друзья, как рабы, но для чего это надо? Никто не знает для чего. Но эти кадры, которые вы сейчас увидите, как парень в 97-м году ехал и остановился и заснял, как инопланетное, можно сказать, существо переходило дорогу. Ноль реакции. Это реально. Но почему мы с вами думаем, что инопланетная раса – это совсем другое? И посмотрите, какие есть на самом деле космические корабли. Потому что много интересного у нас закрытыми глазами мы не увидим. Да и не увидим то, что сам НЛО какого-то необычного происхождения пытается, вот послушайте, пытается уничтожить один дом, где находится в лесу, где люди, просто охотники или еще кто-то, собираются здесь переночевать и так далее. Такое ощущение, нас просто выгоняют с этих мест. Но посмотрите сами, оставьте свою оценку, которую вы можете. Оставьте лайк, оставьте подписку и оставьте колокольчик. Ну а то, что вы увидите, решать вам, реально это все происходит или нет. Я, дорогие друзья, вас прошу только при одном: досмотрите этот видеосюжет до конца. А дальше пусть как и будет, что и будет, но мы с вами должны это узнать.